У нас до сих пор, вот представьте, до сих пор, вот я критикую внутренние проблемы Арцаха, до сих пор мне угрожают убийством, до сих пор за мной гонится спецслужба Арцаха, то есть служба национальной безопасности Арцаха, просматривает каждый мой эфир, лезет во все мои ящики. А сколько раз она меня вызывала, давила, угрожала. Теперь они возбудили уголовное дело, абсолютно лживое, чтобы надавить на меня. Есть у нас диктатура или нет? У нас в Арцахе есть диктатура, Гела. Мы защищаем Арцах, но у нас в Арцахе лишний раз никто не может, люди не могут в самом Арцахе критиковать свою власть. Вот люди мне пишут с испугом, со страхом. Я людям пишу: ребята, не пишите мне мессенджеры, потому что КГБ Арцаха вас сразу же вбегает в дом и начинает людей давить, угрожать. Сколько у меня было ребят, которые мне сливали информацию, и на следующий день у них уже были работники КГБ Арцаха. Поэтому, поверьте мне, слушать что-то из уст каких-то журналистов, которые там были при Кхочаряне, скажем так, в масле, или нейтральных журналистов, и слушать правду, которую я сейчас говорю, поверьте, это разная вещь.